Последний звонок – волнительный момент для всех выпускников. Праздник, когда, с одной стороны, учеба уже позади, но особо отдыхать еще времени нет. Впереди экзамены, выбор вуза, вступительные переживания. И сегодня в одну из школ муниципалитета Измайловскую приехали глава Ленинского района Валерий Венцель и губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы лично поздравить ребят с новым этапом их жизни. Пожелать вам успехов. Успехов в экзаменах, успехов в жизни. И, конечно, как и прежде, всегда будут ваши родители рядом. Будут вас поддерживать. Будут педагоги, которые потратили очень много сил, энергии на то, чтобы у вас все в жизни получалось. В этом году в Измайловской школе 21 выпускник. Класс необычный. Большинство учеников – профессиональные спортсмены. Среди них девушки-баскетболистки юниорской команды «Спарта НК-2». Юлия Стефановская признается, что подчас нелегко было совмещать учебу и спорт, но приходила она в школу всегда с радостью. У нас очень интересный класс, все очень разные, и про каждого можно сказать что-то хорошее, наверное, только хорошее. У меня остались такие воспоминания. Все разные, интересные, добрые. Надеюсь, обязательно будем встречаться. К тому же ребят всегда ждет в гости классный руководитель Нина Пискарева. Она утешала, когда не решалась задача, помогала советам и за долгие годы стала второй мамой. И сейчас гордится своими детьми. Хотелось бы пожелать всем ребятам, всем выпускникам, чтобы они не боялись трудностей во взрослой жизни, чтобы они широко расправили свои крылья. И я желаю им только, чтобы их крылья поднимались все время выше. Для всех ребят двери нашей школы открыты. В этот день звучало много добрых слов дорогим учителям. Именно для них выпускники сегодня танцевали вальс и пели песни. А после в небо по традиции выпустили белоснежных голубей. И, пожалуй, самый трогательный момент. На плече у одиннадцатиклассника первоклашка дает последний звонок. Уроки закончились, но впереди у выпускников важный и ответственный период – сдача ЕГЭ. Первый уже совсем скоро, 27 мая. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.